катались, аж паутина вот. Вон паук уже живет. Волга в строю. Теперь заварка у нас сзади стоит. Заварить решили мы. Так, друзья, мы едем в лес, и по пути нам лучше попалось. Да. Какая-то непонятная машина. Итак, мулька тут нормальная такая мулька, да? Где мы на тракторе ехали? Легче идет. Намного легче идет. Вообще. Понял, что Паджаро тут будет пробовать, что ли? Точно. Мне кажется, не вывезет он здесь. Да? Конечно, сел. Вообще даже. Может выйти, может. Назад. Назад пробуй. О, да-да-да, давай так. Вперед маленько попробуй. Подъезжай, Никит. Но маленько. Стапы. Да. Ой, бля. Вот это рубилово. Волга гребет. Ох ты, жестко. Подожди, стой. 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 Вот так. Давай туда. Туда, Никит. А, подожди. Туда. Туда же, правильно? Если никто не привернулся. О! Давай. Посильней! Вот дура, да? Вот это дура! Вообще! Фига заварка гребет!
Я в шоке. Все, передачу включил. Хорошо тут. Поджара все там трещит. Хуя-то ебы. Сзади что-то. Ну-ка давай вперед. Это крестовин. Он лучше трактора едет. А что, тракторные колеса? Вот динамка, да? Как ты мазурки порвал, ебаный в рот. Вода, да? Да? А что щелкать-то? Ну вот после этой мульки. Только твоей... ну пизда. После этой твоей мульки. Сзади, кордону пизда. Кордону, кордону точно пизда. Давай, давай, сюда, сюда. Вон аккумулятор здесь. А я не знаю. Ну-ка, стой, подожди. Ну-ка, попробуй потихонечку тронуться, потихонечку. Чуть-чуть. Назад попробуй маленько. Там понял какие-то, это, кардан, блядь, это. Какой-то внутри, понял, как какой-то граната, понял? Да? Я на кого-то прощелки дали подшипник. За Нью и вернулись. Да. У него заднее колесо оторвалось.
Итак, Нива в стоке. Стоковая Нива. Лёха, давай культу. Давай, давай, вперед, вперед, давай, нормально. Нормально, нормально. Я тебе дом не придет вообще. Гребет? А? Ну-ка, попробуй. Побольше газу дай. Все, гранату срезало. На ней гранату срезало. Друзья, сегодня по катушкам не задалась. Нива у нас привод передний порвала. Возвращаемся на базу. Едем в баньку. Попаримся, отмоемся. Дерево уперлись. Никит, направо, выворачивай направо, давай назад. Давай, давай, давай. Кого? Все, бежал. А назад, направо. Бежал. Ну и ничего страшного. Назад, направо. А вперед не вариант. Сильно? Не, Никит, направо, назад по-любому. Других вариантов вообще нет. Вперед еще хуже. А? Попробуй чуть по чуть-чуть. А как ты хайджеком-то собираешься? Тут уклон. Да ну ты что? Еще хуже будет. Не, Никит, вперед, назад, назад, назад. Так, мы здесь прижались к дереву. Сейчас Нима будет пробовать вперед проезжать. Попробуем сдернуть туда жопу. Налево. А то ни вперед, ни назад. К дереву уперлись.
будем пробовать. Не забываем подписываться на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии обязательно. Покатушка сегодня, в принципе, не удалась. Что, Нива, шурс порвал, все. А все. Помоги, а! Лебедки будем сейчас пробовать. Миссис Пень, видел? Он прям уперся. Видел, да? А лучше он за ту, назад уехать. Никит, здесь пень сильно уперся в этот, в раму. Потихоньку давай. И, Никит, назад, назад, пробуй выезжать назад. Стой, ой, жестко. Все, все, стой, стоп, 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 все, сломал. А вот эту хуйню, что ли, идет, содержит. Не надо резину захуяришь. Помилуй. Да. Отломило. Отломило. Да хуй знает. Или не отломило. Отломило. Бум. Помело, по-моему. На котором. В резину упирается сильно. Что там, Лёх? Её загнуло. Не сломало? Ну попробуй, резину косячишь сильно. Сломало или нет? Её загнуло, и рвать там начало дальше. Снизу оторвало ролик. Резину косячишь сильно. Это была плохая идея. Стоп, стоп, стоп! Все, расслабляй быстрее! Да нахуй. Вырвал все вообще. Разве не получилось у нас залебедиться? Порвали мы здесь все. Вон лебедка тянет, да? Прикинь, как она тянет. Вот трос порвали. Маленько. Подожди, стой, стой, стой! 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 Вот сюда, Костян, цеплей. Давай, давай, потихоньку, убери руки, стой, руки. Стой, стой, стой! Стоп, все! И лебедку сделать приеду. Насос? Да. Нету бензина. У вас электронасос, да? Да. Не хватает. Ой, как он холодненький, блядь. На руки мне лёшненький. Ну, пойди. Пойди ты. Чуть правее. О, левее, левее. На себя тыщи. На себя маленький, на себя. Ага, вот так.
Что, за карбюратор, да? Да. Он сам. Стойненький, давай вперед маленько. Вперед, Ники, дай маленько направо. Налево, то есть. Хотя, может, блядь, подожди, может быть и правее надо. Если туда-сюда, давай туда. А убрать его никак оттуда? А, это который, блядь, остался, пенек? Который рубили, да. Блядь, надо было ниже рубить, блядь. Телефон лежит. Дай телефон. Под колесом, влево уворачивай, пробуем. Да не получается. Да, там еще где-то. Да. Я там что-то вырву нахуй. А с этой стороны-то посмотрите. Я вырву. Она вперед тянет. Да вперед, Никита, ты прям вот уперся в этот. Здесь прям пень. Он его сломает, это рубля уже. Все равно его. Для них трухлявый. Блядь, нихуя он не трухлявый. Напорится, блядь. Иди в дерево, блядь. Втягивает.
можно выехать? Да ну ты чё? Аж пизда ебать. Подожди нахуй. Не выйдешь ты. Дерево надо рубить. Бесполезно выходить. И ты его не отрубишь, оно туда растет, понял? Надо, значит, хайджеком вытягивать. Давай, ну, хайджеком жопу поднимать. Да, 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 да. Там еще он там держит. Да. Под накрузками идет, да? Да нет, он сейчас соскочит, наверное. Да? Соскочит, Никит. Убери руку оттуда. Он идет правильно. Да. Ну, ты на скорости машины? Нет. Так, что ли? Хорошо, бампер скрипит. Ну идет, заебись, да? Ну идет, да, самое то. Только сейчас хода не хватит. Давай просто хайджок. Вперед, Никит, едем, блядь. Хватает, Серега, твоей лебедки. Тальки. Домкрата. Ну, тальки не хватает. Ну, сучки. Резиночка, резиночка. Макс вот отдал, который на этом Дастер-то ездит. Пятитонный. Так, Паджеро у нас без задка. Карда с карданом что-то провернуло там. Короче, ты жопа не работает. А? Так кинуть? Да, да, да. Вон туда, прям так и езжай. Прям так и езжай. А куда езжай-то? Так-то давай тянем. Куда тянем? Жопу утянем. Да он тебя натянется, надо поближе подъехать. Давай еще вверх. Че, вперед? Куда колеса? Не, правильно едет. Пацаны, здесь держать надо. Держать надо, держать надо. Во, вот так. Давай, давай. Правее, правее, правее. Ну, а что все-то? Сейчас назад выезжаем. Куда? Давай, 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 давай! Я говорил, вам фиксироваться. Не надо было. Лучше, лучше стало. Ну давай еще тебя дернем. Слишком просто там давить надо кому-то. Никит, нахуй мало ли, давай сядь туда. Блять, он может вытянуть его. Сейчас тебе будет сесть. Подожди, скажи ему, пусть стой, 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 стой. Сейчас он сядет, подожди. И попробует назад потихоньку тоже. Может, трос наверх перекинуть маленько? Да, да, да. И ой, за это вообще за крайнюю зацепить. Да, да, да. Сейчас, погоди, погоди. Сейчас трос перецепим, Никита сядет в машину. И заднюю передачу включит и выдернет. А руль влево, да? Да, да, да. Давай, вперед! О, блядь! Стоп, 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 стой! Нормально пошел. Все, так стоим пока. Надо отцепить. Никит, подожди. Викторович, давай назад, потихоньку. Вперед не надо, а то, блядь, так, отцепляем трос. Это у него отцепляет. Да, блядь. Да хоть откуда? Его сюда, все равно подожди. Все, отцепляй. Да, да, да. Стой, стой, Никит, стой! Все, пацаны, давай теперь по-тихому прям, Никит, сильно не газуй! Давай назад потихоньку! Давай! Давай, газу, газу, газу чуть-чуть!
Газу, газу, газу. Блять, надо было чуть-чуть. Чуть-чуть динамики надо было. Хорош! О! Бля, что, не багажник не закрыли? Все, вот так потихоньку давай. Так, все, покатушечка наша завершается сегодня. Сломали, вот потери у нас, да? Здесь сломали. Нива без передка, Паджеро без жопы. Нормально прокатились. Паджеро обновилось. Да. При новом хозяине. Да. Вот Серега ездил на Ниве, сейчас на Паджеро. Пацаны, пересел на Паджеро. Супер. Вещь очень хорошая. Идет супер. И, конечно, маленько не подрасчитал, где-то что-то как-то, но мне очень техника понравилась. Так что подписывайтесь на канал, да? Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Лайки, ставьте лайки, берите пиво и бухайте. Нет, учитесь ездить не на... либо на Ниве, либо на Паджеро. Нет, это разные вещи. Паджеро – вещь. Ты ездишь так, как на Ниве, но на Паджеро так ездить нельзя. Ты передачи... не, ты переключаешь как на механике, хлоп и кокол, отдергаться, да, для механики, и автоматики так нельзя делать. Ты просто рвешь ее, ты просто убиваешь ее. Причем так я жестко, что Слава смотрел, у него сидит, у него слезы текут. Не, все нормально. Все нормально. Так что серия хорошая получилась. Машина себя показала.